Всем привет! Я рада приветствовать вас в очередном выпуске бьюти-новостей, и сегодняшний выпуск будет просто революционным, поэтому давайте сразу приступать. Итак, я вам обещала революцию. Так вот, буквально вчера я увидела анонс, что Chanel выпускает свою первую, ну, по крайней мере, первую, о которой я знаю, коллекцию косметики для мужчин. И я сейчас не имею в виду косметику, которой как бы и мужчины тоже могут пользоваться. И я сейчас не имею в виду тоже макияж в стиле Jeffree Star, Manny MUA, James Charles и так далее. Эта косметика скорее рассчитана на такой очень легкий и практически незаметный макияж. В этой коллекции пока представлено три продукта. Это тональная основа, карандаш для бровей и бальзам для губ. Я вам скажу абсолютно честно и без толики преувеличения, что косметические бренды уже очень давно поглядывают в сторону мужской аудитории и мечтают ее завоевать, потому что вот представьте себе, в плане вот развития бизнеса, вот сейчас пока что косметика, ну, рассчитана в основном, в принципе, на женскую аудиторию, и половина мира не покупает эту продукцию. И насколько можно расширить рынок, если завоевать еще и мужское внимание? И вот здесь мне очень интересно послушать ваше мнение. Как вы думаете, эта линейка вообще жизнеспособна? Или она канет в лету через несколько сезонов? Вообще, меня очень посмешила упаковка. Это такой дешевый маркетинговый ход, но это реально работает, поэтому я понимаю, почему так делают. Что если это косметика для мужчин, должна быть черная классическая упаковка. А мои 5 копеек по этому поводу, я считаю, что в принципе в косметике для мужчин нет ничего криминального, потому что если посмотреть на нашу историю, косметика никогда не была исключительно женской, начиная от фараонов и заканчивая, наверное, французским двором, мужчины также использовали косметику, пользовались ей, это не было чем-то постыдным, не было чем-то смешным, и это было скорее признаком достатка этих людей, то есть самые только высшие классы могли себе это позволить. И вот за всю эту огромную историю, только за последние лет 100, может быть чуть-чуть больше, мужчины отказались от косметики и перестали ею пользоваться. И вот лично я, в принципе, против этого ничего не имею. Конечно, если завтра мой муж проснется, сядет вот за мой стол и начнет рисовать себе smokey eye, я, может быть, это не совсем пойму, скажу честно. Но я считаю, что у мужчин есть абсолютно такие же проблемы, как и у женщин. Например, темные круги под глазами, акне. И это те вещи, которые, в принципе, не помешало бы как-то скорректировать, если особенно, если человек чувствует какую-то неуверенность из-за этого. То же самое купероз, какие-то шрамы, неоднородная текстура лица. То есть все это можно, в принципе, корректировать, без визуального эффекта, что мужчина реально накрашен. Мне вот, например, очень интересно, к чему это все приведет. А среди, наверное, самых громких релизов последнего времени, я считаю, находится коллаборация Morphe и Jeffree Star. В этой коллаборации был создан набор кистей и набор спонжей. Кисти, там 7 штук в наборе, стоят $49, а набор спонжей стоит $16. И что я имею сказать по этому поводу? Вы знаете, мне кажется, что бренд Morphe живет еще пока американцы не сильно врубились, что такое AliExpress, потому что как только они это поймут, вот такие бренды, как Morphe, мне кажется, обанкротятся в течение очень короткого времени. И вы знаете, наверное, еще недолго осталось, потому что AliExpress уже достаточно много людей знают, но пока что они еще боятся там скорее заказывать, то есть это не настолько распространенная практика, как, например, у нас. Это я вообще к чему говорю? Я считаю, что набор из 7 китайских кистей в какой-то дешевской косметичке за $49 это прям слишком перебор, потому что аналогичное что-то можно найти, ну, за долларов 10 максимум, причем уже такого неплохого, скажем так, качества, ну, по крайней мере, не хуже качества Morphe. Тем более, большинство из нас знают, кто такой Jeffree Star и как он любит, чтобы все было дорого-богато. Но тут коллаборация с Morphe, которые все делают дешево и как-то вообще никак, у меня не сильно вяжется. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что у него очень плотные отношения с этим брендом, его собственная линия косметики продается в магазинах Morphe и в онлайн-магазине тоже Morphe. Поэтому у них, конечно, очень тесные отношения как бизнес, так и личные наверняка. Поэтому, с какой-то стороны, я могу понять логику этой коллаборации, но цены — это просто какой-то капец. И что касается
набора спонжей $16 за один полноценный спонж и два вот этих микроспонжа, ну, извините, я покупаю вот такой набор от Real Techniques, вот последний раз я его купила за $14. Да, это было по скидке, это было, по-моему, перед Рождеством как раз были какие-то скидки, но в то же время мне вот такого набора хватает на год. Это не то, что мне, знаете, вот сегодня надо его купить обязательно. Я могу и подождать какие-то распродажи, я могу подождать какие-то сезонные скидки, скажем так, и купить вот этот набор реально выгодно. Еще недавно меня повеселил анонс новой тональной основы от Tarte. Они решили сделать перезапуск своей тональной основы Shape Tape, потому что первая была просто epic fail. По многим причинам. Самая большая критика, конечно, была по поводу оттенков, потому что, когда они выложили фотографию со свотчами оттенков, все увидели там 50 оттенков белого и 2 оттенка какие-то, ну, немножко напоминающие более темные тона. Но это даже была не основная критика. Помимо этого, их еще очень сильно критиковали за то, что они не создали формулу новую. Они взяли просто старую тональную основу, которая у них плохо продавалась, и обличили ее просто в модное название Shape Tape, потому что Shape Tape — это у них бестселлер. И они решили взять то, что у них уже было, переупаковать его и как бы подумали, что и так сойдет. Но на самом деле у них этого не получилось. И они сейчас выпускают новую тональную основу, который называется Face Tape. И чтобы вы понимали, они выучили свой урок, потому что сейчас они выпускают целых 50 оттенков в 5 подтонах. Свотчи, конечно, выглядят очень многообещающими, но тем не менее будем смотреть обзоры и наблюдать за ней. А что меня, кстати, в плане новых релизов среди тональных основ заинтересовало, так это новая линейка от Dior, которая называется Dior Forever. Хотя Dior Forever — это не новая линейка, но они сейчас обновили форму и сделали Dior Forever и Dior Forever Skin Glow. Я тут честно признаюсь, меня здесь подкупила рекламная кампания, потому что лицом этого релиза стала Кира Найтли. Я ее обожаю. Просто я считаю ее воплощением женской красоты. Вот для меня она настолько красива. И если выбирать между этими двумя тональными основами, то я, конечно же, отдам предпочтение Skin Glow, потому что это сияющая тональная основа, а та, которая просто Forever, это матовая. Но, вы знаете, все-таки вот включила я мозг перед тем, как заказывать этот тон, и посмотрела на состав, и Dior меня очень сильно этим разочаровывает. У них в составе очень многих тональных основ на первых местах спирт находится. И именно из-за этого я сейчас не пользуюсь их тональной основой Forever Undercover. Хотя она визуальный эффект очень красивый создает, но этот спирт в составе, мне кажется, все портит. Тем более, что на рынке есть очень много тональных основ с хорошим составом, поэтому зачем выбирать спирт, ну, как бы незачем. Lancome, кстати, тоже переделывают свою легендарную линейку, и здесь скорее они не делают новую формулу, а добавляют еще одного члена семьи. Скоро появится тональная основа с названием Taint Idol Ultra Wear Nude. Нам обещают натуральный матовый финиш, тональная основа будет водостойкая и потостойкая. Исходя из промо, которое я видела, это, скорее всего, будет очень легкая тональная основа, которая по текстуре будет напоминать водичку. Я такие текстуры очень люблю. Мне будет также и очень интересно протестировать эту, когда она у нас появится. Если вы не впервые на моем канале, вы знаете, что сейчас у меня какой-то поворот насчет консилеров. Я очень много тестирую разных консилеров и ищу, какой будет самым лучшим, потому что хочу действительно найти самый классный, который только на рынке представлен. Так вот, из новинок меня очень заинтересовал консилер от Make Up For Ever. Он находится в линейке Ultra HD, и что меня больше всего заинтересовало, так это то, что он заявлен как консилер, который не нужно закреплять, то есть он самозакрепляющийся консилер. Я не люблю закреплять консилер пудрой, я это делаю, но я это не люблю делать, и если это можно не делать, я буду только рада, потому что каждый раз, когда я закрепляю, кожа у меня под глазами все равно становится немножко суше, больше подчеркиваются какие-то мимические морщины. В общем-то, если этот консилер действительно не нужно закреплять, а я уже смотрела несколько обзоров блогеров, и они его не закрепляют и говорят, вроде бы как реально работает. Еще знаете, кстати, что американские блогеры в последнее время очень сильно хвалят? Это обновленную
линейку L'Oréal Infallible. И вообще я смотрю, вот сейчас вот только я задумалась об этом, что это какой-то тренд, вот, видимо, весенний, обновлять уже существующие линейки. Очень многие говорят, что это плотное покрытие, но при этом очень естественный вид на лице создает она. И в этой линейке вышла не только тональная основа, они также выпустили консилер, хотя с консилером там не все так гладко, очень многие говорят, что он ужасно сухо выглядит под глазами, поэтому я даже не буду пытаться смотреть в его сторону. Вот тональная основа меня заинтересовала, может быть, не для моей кожи, но опять-таки в целях обзора почему бы и нет. Если вам интересно, чтобы я ее протестировала, обязательно напишите об этом в комментариях. И помимо этого, они еще анонсировали несколько продуктов, которые пока еще не вышли, но скорее всего мы их в весенней коллекции увидим. И это праймер, который будет называться Magic Essence Drops. Кстати, упаковка там точно такая же, как у их хайлайтера Glow Monomour. И еще они выпускают пудру, которая будет называться Magic Loose Powder. Она нам будет обещать освежение, матирование и разглаживание. И раз мы с вами уже говорим о бюджетном бренде, давайте поговорим еще об одном бюджетном бренде, а именно о коллаборации Maybelline и Puma. Вообще с этой коллаборацией бьюти-сообщество разделилось на два фронта. Первые считают, что это какой-то бред полнейший, что косметическая компания делает коллаборацию с теми, кто к косметике вообще вот просто никакого отношения не имеет. Это спортивная одежда и вообще, в принципе, спортивная атрибутика, а тут как бы бьюти. И как эти два мира соприкасаются, как бы никто не понял. Приверженцы этой стороны говорят о том, что это просто-напросто маркетинговый ход, что это две компании с громкими именами, и когда они соединяются, просто один другого рекламируют, и это способ хорошенько так заработать деньжат. А по другую сторону баррикад люди, которые как раз-таки любят оба эти бренда, и они радуются тому, что они вот так вот объединились и создали какое-то общее детище. Внутри коллекции там немало косметики, там хайлайтер, тушь, контурирующий стик кремовый, 4 стика с кремовыми тенями, причем двусторонние, и также 5 оттенков матовой помады. Я посмотрела обзор Тати на эту коллекцию, и вы знаете, она меня частично даже заинтересовала. Я не думала, что она меня вообще в принципе заинтересует. Но мне понравился там хайлайтер, хотя я уже неоднократно говорила, что эти хайлайтеры можно покупать только за границей, потому что у нас это совершенно другая формула, которая просто кошмарная, но если вы можете заказать этот хайлайтер с Америки, то, соответственно, получите совершенно другое качество. Так вот, там хайлайтер такой странный, но он по-странному привлекательный. Он какой-то и розовый, и персиковый, и дуохромит даже каким-то зеленым. Но вот, например, Тати нанесла, и я не видела вот на ней на лице именно вот этого странного какого-то перелива, но красиво смотрелось. Еще мне понравился там один стик с тенями, он в оттенке Warrior Flow, потому что мне показалось, что он какой-то наиболее, наверное, адекватный, что ли. То есть там с одной стороны такой как тауповый оттенок, немножко уходящий в лиловый, а с другой стороны металлические тени, тоже дуохромный такой лиловый оттенок. Если у вас уже что-то есть из этой коллекции, обязательно напишите, как она вам, потому что я думаю, не только мне, но и другим зрителям тоже будет интересно это почитать. Ну и последний релиз, о котором я сегодня хочу сказать буквально пару слов, я не хочу сильно долго на нем останавливаться, это релиз новой палетки Naked от Urban Decay. В этот раз она будет называться Naked Reload, и я когда увидела фотографии, мне показалось, что это просто осовремененная, переделанная первая палетка Naked. Если вы не знаете, в прошлом году, в конце прошлого года, они сняли с производства свою первую палетку Naked. Очень многие здесь поностальгировали, вспомнили, какую она произвела революцию, потому что действительно по факту так и было. Naked это была первая такая нейтральная палетка, вся в коричневой гамме, и после этого началась вот эта нюдовая эра, от которой сейчас уже всех начинает тошнить, но сейчас, вот мне кажется, уже прошло это время, и мне кажется, что Urban Decay уже пора отпустить вообще вот эту линейку Naked и придумать что-то новое, потому что каждый раз, когда они выпускают очередную палетку Naked, ну вот неинтересно, не цепляет, ничего нового, все очень скучно. И сейчас вот реально, куда ни плюнь, везде вот попадешь на такие оттенки. Поэтому, как я считаю, и это, конечно, только мое субъективное мнение, но
эта линейка уже себя отжила. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно расскажите мне, помимо ответа на все вопросы, которые я задавала на протяжении видео, расскажите мне, какие релизы вас привлекают, вот что вы ждете. Обязательно напишите это. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглый иконку вот здесь вот. И также я для вас оставлю еще несколько видео, которые вы можете посмотреть. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом выпуске через несколько дней.